Всем привет! Вы на канале Ягодный Гриболов. И сегодня у нас грибная кухня. Будем готовить фаршированные шампиньоны. Для этого я почистила шампиньоны, убрала ножку, ножку тоже почистила, отварила уже дважды сморчки, также разморозила, у меня были небольшие тефтели, 10 штук. Сыр мне понадобится и лук. Сейчас делаем пережарку. Из лука, ножек шампиньонов и сморчков. Для этого мелко нарезаем лук, ножки и сморчки. Лук, грибы я все порезала и теперь делаем пережарку. Я разогрела сковороду, добавила туда растительное масло. Можно добавить немножко сливочного. И сразу же туда добавляем лук вместе с грибами. Так как грибы я уже проваривала, они практически готовы. Обжариваем их в течение 15 минут, этого будет вполне достаточно. Обжариваем на среднем огне под закрытой крышкой, иначе они будут стрелять. Сразу же добавляем соль, перец, приправы, все по вашему вкусу. Сегодня я добавила сванскую соль, хмели-сунели и смесь перцев. Все перемешиваем и жарим. Грибы уже готовы, и мы их выключаем. В грибы я добавлю еще немного майонеза. Чуть-чуть совсем. Мне кажется, они так будут сочнее и вкуснее. Шляпки я сложила на противень, который застелила пергаментной бумагой, и нафаршировала. Сначала я уложила слой этих обжаренных грибов. Слой обжаренных грибов. Сверху мясо и присыпала сыром. Сейчас я нафарширую все оставшиеся шампиньоны и отправлю в разогретую духовку на 25 минут. Духовка разогрета до 200 градусов. Шампиньоны готовы. На вид очень вкусные. Сейчас я попробую. Возьму вот этот маленький и скажу вам, какая это вкуснятина. Это невероятная вкуснятина. Просто пальчики оближешь такое объедение. Приятного всем аппетита, кто ко мне присоединился. Пробуйте, экспериментируйте и готовьте с удовольствием. А если вы еще не подписались на канал, то обязательно подписывайтесь. Впереди еще очень много интересного. Грибалка, рыбалка, грибная кухня и много всего интересного. А сейчас я прощаюсь с вами. До новых встреч на канале Ягодный Гриболов.